Давай. Еще раз. Третий раз, блядь. Многовойный изгнанник оступил на землю, в которой свирепствовала злая чума. Он обладает сказочной силой, ибо он носит титул убийцы дракона, могущественного стража справедливости, чьей ярости нет равных во всем мире. И под ударами его меча пойдет каждый враг, ставший у него на пути. Sword of the Berserk. Cuts. Rage. Поехали. Давно хотел это поиграть. С детства меня мучает эта игра. Что я до сих пор ее не прошел. Черт. Все закрыто. А, здорово. Мне, как обычно, не везет. Со мной всегда такое происходит. Рита, хватит тебе жаловаться. Быстрей, помоги мне. Ладно. Хорошо, старик. Я помогу тебе. Внезапно хорошая озвучка. Эй, Джаб, ты тоже помогай? Ведь ты же такой сильный. Попались глупцы. Что за... О боже, бандиты! Ха-ха-ха. Мы можем помочь вам починить свой фургон, однако это дорого вам обойдется. Оу, какая малышка. За тебя на рынке можно выручить неплохие денежки. Не трогай меня, негодяй. Тебе от меня ничего не получить. Эй, черт побери, что ты себе думаешь? О, кто она? После из ниоткуда вышла кто собачка. С ней что-то не в порядке. Но может быть это и к лучшему. Мы можем забрать ее с этими двоими, чтобы потом позабавиться. Да, ты прав, приятель. Эй, ты там? Что за... О, ребят, вам всем пиздец. Вам всем пиздец. Будь ты проклят, ты заплатишь за это своей жизнью. Какой ты дерзкий. Что этот парень о себе возомнил? Твой большой меч здесь не поможет, смельчак. Знаешь, как меч сквозь текстуру пробивает. Сквозь плащ. Так, окей. Странное управление на X прыжок, что-то, блядь. Не на А даже. А на Y что? Блок, окей. Ага. Йоу, пацаны, под сюда. Да, кровищ-то как много. Хоть кидаться. Это хабахваху, кстати. Да, он что... Не нрэйч, блядь.
Ну, можно лечиться. Окей. Чисто. Мы живы. Спасибо за ваш комментарий. О, благодарю тебя, храбрый воин. Ты спас нам жизнь. Здоров, голожопый. Если тебя благодарят, то все, что ты можешь сделать, так это только слушать. А почему тебе не добавить? Нам нужна еда, немного денег, что-то хорошее для меня. Черт побери, что это такое? Жук? Как грубо, девчонка. Я не жук, я эльф. Эльф громкий верзий. Ты что, никогда не видела эльфа? Нет, я никогда такого не видела. А ты кто? Меня зовут Рита, и мы даем представление. Этот парень Гатс, мой приятель, из Майтери. Он носит мой домик. Ну что скажешь? А это Каска. Голос знакомый. Вы что, наемники? Если так, то выглядите очень странно. На голове танцует. В таком состоянии? Простите, я не хотела вас обидеть. Не стоит сердиться. Кроме того, я в такой же ситуации, как и вы. Эй, давай садись в фургон. Мы уже уезжаем. Давай! Хорошо. У феи очень знакомый голос. Мы собираемся дать представление в следующем городе. Почему бы вам не посмотреть? В город ведет только одна дорога, и вы быстро его найдете. Эй, почему ты задерживаешься? Уже иду! Я хочу сказать, спасибо, что спасли нас. Пока. Будь! Ну! Артистка? Ха, что-то она мне не нравится. Эй, Каска, куда ты? Наверное, она хочет посмотреть на это представление. Город тут неподалеку. Почему бы тебе не сводить ее? Забудь об этом, Пак. У нас нет на это времени. Но даже тебе иногда нужно отдыхать. Только работай и не развлекайся, ты станешь не... На Риуду похож. Ну, я хочу сходить. Из Грандии. Мы оба хотим увидеть представление. Ну, прошу тебя, ну, пожалуйста, ну, пойдем же. Ну, давай, Гатс, ну, прошу тебя. Ладно, нам все равно нужна еда. Я голоден. Ура! Ты слышала, Каска? Он сказал, что мы идем. Это только догадки, но я уверен, этот фургон... Окей. Айдус Интерактив представляет. Голожопая фея, пролетающая сквозь ворота. Странная женщина и мужик с гигантским мечом. Багаж интересно. Зонтоп. Какой-то японский Кармен. Лондон, гудбай. Это Зигур. Вот она! Посмотрите, ребята! Ну что, прыгай! Собака! Собака творит чудеса! Нихуа!
Этот парень? Им овладела мандрагора. Это монстр! Мандра? Что? Убирайся с нашего города! Нет, стойте, болваны! Когда это людям помогало кидаться камнями? Черт побери! Мы не позволим, чтобы зомби расхаживал по нашему городу! Вот о том и речь. Когда это, блядь, помогало? О боже! Что это такое? Ёб твою мать! Нет! Остановись, Джоб! Джоб, успокойся же! Стойте! Сука, эти криповые дримкастовские игры малоизвестные. Ух! Стойте! Ты чего? Нет! Нет! Окей. Хилку дали. Нормас. Я в предыдущем уровне не хотел хилку тратить, ну ладно. Как отвратительно. Вот же мудила. Вы убийцы, и еще заплатите за это. Заткнись ты, глупая девчонка. Ты еще хуелши. Будьте вы прокляты. Он ничего не сделал. Вы не должны были убивать его. Монстры никогда не проявляют милосердия. Неправда! Он не был монстром! Вспоминается Инфернокс. Монстры никогда не проявляют милосердия. Это еще что за хуйло? Лев? Барон какой-то для инспекции. Не трогайте тело. А чё внезапно озвучка-то пропала? Забыли перевести? Эти раны от ударов меча. Твоя работа. Это ты сделал. Да ты, блядь, прям это, экстрасенс. Я Болзак. Правитель этого города, сэр. Я должен отблагодарить вас. К сожалению, люди, пораженные этой напастью, сходят с ума и буйствуют, покуда не умирают. Напасть? Это началось несколько лет тому назад, в соседнем городе. Пока еще никто не нашел средства для исцеления этой напасти. Эта женщина также владела мандрагор. Нет, к этому она не имеет никакого отношения. Возможно. Но мне кажется, что она не в своем уме. Послушайте, я уверен, что наши доктора смогут ей помочь. О чем вы говорите? Мы ищем средство, которое могло бы исцелить от мандрагоры. Ишь ты. Мандрагора? Это не его лицо, но лучше. И, возможно, мы сможем помочь ей. Его? К тому же, он что, глаз злодея в офиге? Благодарить вас за помощь. Интересно. Идите в мой замок и возьмите эту девушку с собой. Ладно, хорошо.
Меняйте его с жалюзи. Тогда все решено. Вы будете выбивают. В моем замке. Присматривайте за девушкой. Я вас понял, милорд. У него это... На груди, короче, этот... как рамка жалюзи, знаешь. Понято. Конечно. Продолжить с планом. Они вот его одного, что ли, не перевели, и все? Забыли? Или что происходит? Ой-ой-ой. Чем я поприветствую вас обоих более формально. Я бы хотел вам кое-что показать. Нет, это слишком опасно. Я хочу, чтобы пошел только ты один. Чуть подстава какая-то. Подстава какая-то. Если что-то случится, дай мне знать. Ты за ней следить должен. Похоже на девочку с улицы. Что это? Ничего. Ладно. Гетсуш это легация. Японская слава. Содержится зараженной мандрагорой. Всегда существует опасность того, что они могут сойти с ума, как этот человек сегодня. Поэтому ради нашего же блага мы содержим их изолированно от других. Сейчас мы занимаемся разработкой противоядия от этой ужасной напасти. Но для того, чтобы люди не начали излишне беспокоиться, мы держим это место в тайне от других жителей. Как много заставок здесь. Жесть. Скажи мне, ты что-либо знаешь? Несси. О одержимости мандрагорой. Эй, брейн. Несколько лет тому назад в моем поселке начала распространяться таинственная болезнь. И внезапно, однажды все жители деревни стали одержимыми великим чудовищем. Такие люди сходили с ума, но никто не знал причину этого. Однако слухи говорят, что эти странные, ранее невиданные растения начали расти повсюду в моих владениях. Каждую ночь они направлялись к дорогам, чтобы овладеть ничего не подозревающими людьми, так как эта форма напоминает сумму человека. Из-за своего загадочного эффекта люди называют его мандрагорой. И само это слово вызывает ужас. Эти растения выделяют яд, графин хоров людей с ума, но каким-то образом исцеляет все другие болезни. Легенды говорят, что это растение также способно исцелять пораженных и даровать молодость и энергию. Это легенда сущая правда.
Подождите. Кажется, я слышал о них. Говорят, что когда их вырывают из земли, это растение кричит от боли и... Ты же Гарри Поттера взял? Действительно, они погибают. Но благодаря тем преимуществам, которые они дают, никто не хочет рисковать, уничтожая их. Однако, когда вы вырываете его из земли, она немедленно погибает. Для очищения сыворотки необходим корень мандрагоры. Когда мандрагора вырастает и превращается в большое дерево, у него появляется корень, и даже если его срубить, он не погибает, а вместо этого начинает расти заново. Снадобье, полученное из этого корня, позволит нам исцелить этих проклятых одержимых мандрагорой. Прежде чем я начал поиски снадобья, я попытался атаковать деревню, где были жители, одержимые мандрагорой. Так я хотел предотвратить дальнейшее распространение этой напасти. Но эти монстры отчаянно сражались. Я еще никогда не видел такой резни. Я выжил и вернулся с корнем. Но как-то не печально, только части корня мандрагоры было недостаточно. Для того, чтобы исцелить всех этих людей, нам нужен гораздо больше корень. Давайте перейдем к делу. Что вам нужно от меня? Та деревня — это граница моих владений. Там еще можно найти корень. Перевод слишком быстрый. Он же все рассказал, а они все еще разговаривают. Дела нормально. Зачем тебе информация? Я уже отправлял своих солдат в эту деревню, чтобы получить корень великого дерева. Но обратно так никто и не вернулся. Но он необходим нам для наших исследований. Я видел, на что вы способны, Гатс. У меня есть задание для вас. Какое еще задание? Что ты пристал? Любопытно. Убила кошку. Или как там? Знак благодарности. Мы исцелим вашего компаньона женщину. Загубила. Ну, что вы скажете? Это глупо. Лекарство, созданное из корня этого дерева, должно помочь исцелить ее болезнь. Давай поможем друг другу. Я не верю тебе, Бользак. Я чувствую, что ты что-то скрываешь от меня. Но я сделаю это ради каски. А аниме хорошее? Прекрасно. Вот как мы смотрел? Договорились. Меня что-то пока интригует. Сюжет-то. Сюжет-то интригует. Каска, стой! Ты не можешь идти, где хочешь. А? Они схватили меня! Я ничего не делала! Заткнись! Ты сама виновата, что пришла в наш город с этим монстром! И теперь ты заплатишь за это! А это кто? О, нет! Каска? Помоги мне! Что? Что здесь происходит? Здрасте. Фу, к кому? В городе есть человек, который ест и спит с зараженными мандрагорой. Она воображает себя их защитником. Ее и мои мнения слишком отличаются. И к тому же, она отказала в моей просьбе помочь. Но, может быть, она выслушает вас? Ты маленькая девочка, что ли? Простите, но я никогда не имел дела со святыми. Простите, сэр, что я вас перебиваю, мэллорд. Но так как предмет, который мы создаем, вскоре будет завершен, мы не слишком-то и нуждаемся в ее помощи. Результатов наших исследований будет достаточно. Мне уже надоело выслушивать твое мнение и попусту тратить время. Мэллорд, о чем он говорит? Сэр,
В замок прорвались враги! Что за черт? Это невозможно! Такого не может быть! Похоже, мы недооценили их силы. Простите меня, но я лично должен заняться этим. Что? Чё? Внезапно? Чё? Здрасте. Добрый вечер. Чё, блядь? Они тут против воли, что ли, держат, или чё? Ой-ой. Ой-ой. Здрасте. Добрый вечер. Меч настолько большой, что, блядь, не помогла. А. Да нахуй. Я попасть не могу. Ракурс, конечно. До безумия тупой. Так, мне нужно что-то искать в этих комнатах, может быть. Да? Кто там идет? Слышь, кто-то летает. Звуки непонятные издает. Слышится? Ну ладно. А, нет, не слышится. Эй, пацан, иди сюда. Насколько мне память не изменяет, короче, один из персонажей Dark Souls основан вот на этом персонаже. Если мне память не изменяет. Артуриас. Ёпта, большевичка! Тихо! Сука, я обрыжился, блин! Есть такая остановка, серьезно? 15. Нет, не в Elden Ring. Где каска? Именно Dark Souls 1. Только не каска. Ее забрали. Сюда пришел этот злой страшный человек и... Что? А я сражался как лев. Но их было слишком много. Я сражался как лев. Быстрее сюда! Кстати, Альван. Это удалось. Простите меня, мой милорд. Они заплатят за это оскорбление своими жизнями. Естественно. А теперь поспеши и разберись с ними. Yes, сэр. А как он разберется? А, у него есть отрядик. А что у него с рукой было? У него какая-то странная рука была. Как будто он длиннее в два раза, чем должна быть. Чёрт, куда они пошли? Эй, расслабься, дружище. Бобов. Дела? Разве это не собака Риты? Что, малыш? Что он говорит, Пак? Он говорит, что знает, где находится каска. Хорошо, где? А ты с собаками разговариваешь? Он хочет, чтобы мы шли за ним. Ладно, пошли. Диаграфен мне прям нравится. Ч
чуй-то. А мы должны с ними драться? Так, собака. Собака вниз пошла или вверх пошла? Куда пошел? Слышь, лучник, блин. Ну-ка сюда, блин. Ходи, отходи, 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 отходи. Бесконечными, но я не уверен. Стань. Так, они походу бесконечные. Что там за проход-то, я не пойму. Можно пройти-то? А что, до этого не проходил? Где собачка-то? Собачка? Ты где? Это Ромик. Блять, серьезно? Тут все это время открыто было? Хуя там удары. Собачкин! Бляха. Не надо было так делать. А тут закрыто! Собачка! Собачка, внутрь! Если вы тут бесконечные, что ли? Что происходит? Скажу, он медленный, жесть. Собакин! Типа он туда, что ли, надо было? Или сюда куда-то?
Ну, видимо, нужно несколько челиков завалить. Сюда может дверь откроется. Или нужно какую-то специфичную клавишу нашать? Нет, надо просто ударить. Ой, блядь, какой большой. Собачка! Да. Реализм этой игре, конечно, на благо не идет. Да. Меч все время обо что-то цепляется. А. Привет, Роман. И это еще черт такой. Такие, черт побери. Куда вы забрали каску? Мы те, с кем лучше не связываться. Ты сейчас все поймешь! Лучше расскажи нам, если не хочешь неприятностей. Давай! Давай! Быстрее! Упрямец! Я не знаю, кто вы такие, но если бы видели нас, я не позволю выбраться вам отсюда живыми. Давай. Стойте. Он нам не враг. Простите. Я только что говорил о вас. Бачу твой. Рита! Рита! Тебя бедуру кинула? Да, он понял. Черт побери, что же ты делаешь? Ты все испортил. Ты думаешь, ты уже силен, если носишь на своей спине эту большую груду металла. Но ты даже не можешь защитить одну женщину. Горе-герой. Чего, блядь? Не обращай на нее внимания, Гатс. Ее чуть было не убили приспешники. Пытаюсь. Что? Ваш компаньон внутри. Я Дантес. Заходите. Дантес? Нам нужно поговорить. Серьезно? Чувствую, под конец, блядь, будет босс Пушкин. И Дантес сделает свое дело. Я уверен. Эти руины стоят тут уже на протяжении многих веков. Нас здесь никто не ищет. Жители города всегда бежали отсюда. И теперь они стали прибежищем и для нас. Движение сопротивления. Мы видели странную комнату в замке Бользака, где он содержит одержимых Мандрагорой. Комнату, похожую на тюрьму. Да, он сказал, что они ищут лекарства от этой напасти. Это сущая ложь. Он, Бользак, он хочет применить зараженных как свое тайное оружие. Он говорит, что изгоняет их из городов и деревень, потому что они опасны и проводят свои эксперименты, скрывая их под лучиной исследований. Но те, кто узнает всю правду, быстро умирают. И эта девушка почти все уже узнала. Но почему вы пытаетесь прорваться в замок? Мы пытаемся освободить наших захваченных собратьев. Мы случайно встретили вашего компаньона и взяли его вместе с собой, думая, что она стала жертвой его экспериментом над людьми. Для того, чтобы держать все в секрете, Бользак запретил людям покидать этот город. Это касается и тех, кто приходит в эти земли. Попав в город, вы уже не можете покинуть его, по крайней мере, живыми.
Ой, ужас! Мы жили в этих землях с незапамятных времен. Этот город был так близок к границе, что его захватывало много стран и армий в качестве стратегической базы. Каждый раз, когда менялся правитель, страдали только мы. Молзак. Как он стал правителем? Его боятся все враги, считая его чудовищем, и поэтому не нападает на нас его подданных. Мы думали, что... Это голос полковника из Metal Gear. Но теперь все уже не так. Он изменился. После того, как появилась эта напасть, он превратился в тирана. Тираны! Мне одному кажется, что в этой игре больше катсцен, чем геймплея. Я не против, я люблю катсцены. Она в комнате, внизу. Я проведу тебя, друг. Ой-ой. О боже, кто они? Скелеты. Добавили. Чё это? Еще привидения, блядь, какие-то. Этот меч, блядь, все уничтожает. И привидений, блядь, и скелетов, и монстров, блядь. Уа! Мне надо вперед идти уже. Не могу идти. Да ты заебал. Вот стоит, блять, машет. Че, можно дальше-то? Вроде как можно. Это Блэйзер. Ну да. Допустим, я мимо пробежал. Допустим. Ебаш. Хорошо. Йо, пацаны. Хилка. Найс. Достигнут новый этап. Боже. Черт побери. Что это игра? Такое? Все игры японские. Почти. Внизу. Сюда. Дед, я не смотрел аниме. Я начинаю думать, что стоит посмотреть, может быть.
Я поэтому и спрашивал минут 10 назад, что это... А чё, а норм? А ну? Или не норм? А ну? Каска. Вы пришли, а алерта что-то не пришли. Да? С тобой все хорошо, любовь моя. Любовь моя? Спасибо за помощь. Куда вы теперь поедете? Я дал Болзаку обещание. Я отправлюсь в деревню, чтобы получить корень этого великого дерева. Что? Разве я только что не говорил вам, что он беспощадный тиран? Но почему? Он мне нужен. Он что-то знает. Если он сможет создать лекарство, я должен воспользоваться этим шансом. Лекарство? В его замке. Там есть лаборатория, занимающаяся созданием лекарства. Я должен знать, как его делать. Но вы не знаете, говорил ли он правду. Дантес! Если это правда, то, может быть, мы спасем нашего мальчика. Нам нужен Болзак, если мы хотим вернуть его. Как он только что и говорил. Даже если он дьявол, он нужен нам. Может быть, это и правда. Но я не могу с этим смириться. Черт. Как мы можем полагаться на того, кто нас угнетает? Это наш город. Его стены хранят следы деяний наших предков. Тут пролилась их кровь. Только подумать об этом. Это просто глупо. Что? Ваша судьба не должна решаться этими разговорами. Как много текста. Можно... Не нужно вспоминать о прошлом. Настоящий даже паузу не надо. Живым, а не мертвым. Вы собираетесь передать будущее этих детей в руки прошлого? Рита, так и должно быть. Люди связаны кровными чувствами со своими предками. Спасибо, Кириус, за рейс. Это не так. Каждый человек отличается от всех остальных. Они свободны. Их ничего не должно связывать. Они могут идти, куда глаза глядят. Ты. Пет Мбороски. Ты. У тебя ведь нет семьи. Пет Кириус. Проникаю. Проникаю, где могу. Ты еще слишком молода. И еще придет время, когда ты прольешь кровь во имя своих идеалов. Я надеюсь, что это будет достойно этой крови. Ты скун. Ты изгон топ, наверное. Не знаю. Как играл стоит? То я купил, так и не играл. Ну, на PS5. Или PS4. Рита. Хорошо. Я всегда полагалась только на себя саму. Никто не помогал мне. Никто не любил меня. Да что ты? Он шел за мной, потому что я кормила его. Сначала я была удивлена, но он был очень похож на ребенка. Всегда улыбался, смеялся. Он за тобой пошел, когда ты его кормить начала? Все? Я не могу поверить, что его уже нет. А тебе не мокро? Ты... Прости меня, Рита. Не могу поверить, мы извиняемся. Нет, это фея. Нет, ты не виноват. Все правильно. И голая. Если бы ты ничего не сделал, эта девушка пострадала бы. Это я должна извиняться. То, что я говорила раньше, было просто ужасно. Насчет того, что я проливаю кровь, да? Может быть, ты и права, Рита. Но почему необходимо найти то, ради чего стоит проливать кровь? Конечно, ради любимого человека. Гатс. Хватит говорить, я принял решение. Мальчик, я пойду вместе с вами к великому дереву, чтобы получить его корень. А затем мы поговорим и с Бользаком. Мы скажем, что если ему нужен корень, он должен дать нам взамен это лекарство. Делайте как хотите. Я отведу вашего компаньона туда, где он будет в безопасности. Стойте! Я еще не полностью доверяю вам. Кстати, только я могу позаботиться о ней. Только я. Я могу защитить ее. Послушай, тебя беспокоят монстры, которые могут напасть на... Что ты? Тебе не следует так волноваться.
этом источнике живут эльфы. Я уверен в этом. Это источник городской воды. Наши предки построили здесь гробницу. Они поклонялись духам. В отличие от других мест, тут безопасно. Так поешь? Злой дух не придет сюда. И, кроме того, покуда вас не будет рядом с каской, я хочу сказать, что вам не о чем беспокоиться. Я присмотрю за ней. Ладно. Хорошо. Спасибо тебе. И присмотри за этим проказником тоже. Эй, и так ты обходишься со своим лучшим приятелем? Давай. Я что-то все пропустил, пока настраивал окно. Ко мне словно вернулся мой Джоб. Ты всегда окажешься таким счастливым. Ты такой забавный. Что? О, нет! Исследования принесли прекрасные результаты. Теперь, имея этих воинов Мандрагоры, нам уже не нужен корень этого великого дерева. О, кого я вижу? Это юная леди. Вот мы и снова встретились. Я должен попросить вас пойти с нами и поскорей. Черт. Просто триллиард катсцен в этой игре, серьезно. Мне кажется, все катсцены это вот на 2 часа. А если их скипать, игра минут 20 длится, мне кажется. О боже, монстр Мандрагоры! А вот ты как выглядишь. Ой, блядь, ты чё? Цель, отдохни, пёс. Что это, за животное? Ой! Баф, 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 баф. Ты чё прицепился-то? Дайте пройти-то. Воу. Так что там насчет Days Gone-то норм игра хоть? Кстати, всем привет. Не во время катсцен даже не поговорить никак. Тут залезло мне на голову. Кутае? Кутае? Вот этого я не ожидал. Кутае. Секундочку. Это Devil May Cry на минималках. Мне кажется, эта игра вышла в один год с Devil May Cry. Поэтому хз. Или может даже раньше. Не знаю. Кодзима. Ну как угодно, 2002 или 2001, когда Dreamcast был. Ой, да в жопу, это Blade of Darkness. Блять, это что, лягушка-монстр? Нойс.
Блять, да где я не вижу нихуя, блять. Ты хоть меня бить. Сика. Давай, 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 давай. Давай туда, 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 туда. Как ты, я лихо, блядь. Пробежал через мост. Единственный минус здесь сохранений нет никаких. Ты довольно силен. Нет, не Heart of Darkness, Blade of Darkness. Но я отправлю тебя обратно, откуда ты и пришел. Это, конечно, жесть. Йоу, пацаны! На-ка, блять! Да бей тоже. Надо пройти, что ли, брус? Ну, мы можем тут просто посидеть, да? Чисто! Чё-то мне не нравится этот большак. Вообще, блять, что за гой за хуй? Четырёхголовый! Меч достань. А, всё что ли? Тюк. Тихо ты, блядь. Не надо, блядь, что за German Suplex? Спасибо. Окей, с контом устанавливаются хилки, так что можно их тратить, наверное, смело.
уверены, что мы сможем найти великое дерево в этой деревне? Мы должны. Как это не смешно, заметьте, зомби более энергичны, чем мы. Она реагирует на зараженного. Это все из-за этого, да? Стойте! Вот что бывает, когда берешь с собой дебилов. Да. Должен. Дайте мне. Скажи моей жене. Че тебя толкнули просто? Ты что, ебанутый? Ты че помер-то? Вот, блядь, придумал, взял, помер что-то. Так, мы куда-то идем здесь или что происходит? Или надо просто всю деревню. Блять, старушка-веселушка. Здорово. Что-то есть? Нету. Да. Оу, здорово. Блять, месяц как его. Я, честно говоря, не понимаю, мне нужно куда-то или что? Я просто проходов не вижу особо никуда. Минус Дантес, конечно. Так, теперь что-то никого нету. Чел! Я, бля, сейчас шарманку достану, заебал. Вот. Монстр огонь. Которую вы тратите просто так. А что? Голос знакомый. А? Чего? Вы, наверное, Нона, которая заботится о зараженных. Я поражена. Зачем все эти бессмысленные смерти? Эти дети ничего не делали. Они безобидны, если мы не будем нападать на них. И вы... Но я... Ганс!
Что случилось? После того, как ты ушел, пришли солдаты Болзака. Они напали на убежище и захватили каску. Это имя каска. Он сказал, что если ты хочешь вернуть ее, ты должен принести корень. Негодяй. Хорошо, сестра. Ты слышала ее? Где дерево? Эй! В этой деревне жил мальчик по имени Нико. Тот самый Стивен Сигал? Мальчик по имени Нико. И иногда мог бегать по полю пшеницы, но его сердце было очень добрым, мягким. Он никогда бы не обидел другого человека. Даже когда жители дразнили его, бросали в него камнями и палками. Нико был просто рад тому, что ему дарована жизнь. Он любовался светлым небом, и несмотря на все невзгоды, он всегда улыбался. Но однажды зимой Нико умирал от голода. В том году не было урожая, и ни один человек не дал ему что-либо поесть. На последнем издыхании Нико удалось доползти до церкви. Ну хоть тут-то ему помогли. Но я даже не заметила его. Даля. Открывающийся дверь был громкий. Но звон колоколов, когда я нашла его, он был... Чё ты грустный? И что, из-за его тела мандрагора, что ли, выросла? Он никогда не сделал ничего плохого. Он просто отличался от всех остальных. Почему все так были жестоки и бессердечны к нему? Да ублюдки потому что. Почему Нико умер? Что это? Он был самым чистым и добрым мальчиком, которого вы могли бы встретить. И такой же, как эти одержимые мандрагоры, да? Но... они уже и так забрали достаточно жизней, как тогда, когда они уничтожили весь отряд. Это потому, что вы не предусмотрительно нарушили табу. Одержимые мандрагоры никогда и никому не причинят зла, если вы не нападете на них и не будете пытаться причинить им боль. Но большинство людей преследуют их, называют их монстрами, выгоняют их. И Болзак, он говорит, что это ради блага города. Он охотится на них, захватывает и убивает их, как... Он такой же мудак, как все остальные. Чё ты слушаешь? Что людей, которые способны проявлять только свой страх и амбиции... Табличку вешайте. Не обижать. Извините, уже невозможно. У меня мандрагор, не обижать. Прошу вас, не трогайте эту деревню. Оставьте нас в покое. Мы как я быстро разрулил аниме историю всю. Но если мы ничего не сделаем, эта напасть будет продолжать распространяться. Так ты за или против, не пойму. Вы того, кто захочет стать одержимым мандрагорой. Серьезно? Но я хочу. Послушайте, люди в том городе или жители в этой деревне? Позвольте мне спросить у вас, как вы думаете, кто из них счастливее? Гордыня, печаль? Злость, амбиции или любовь и веселье? Кто счастливей? Те, кто страдают от тех же чувств, которые заставляют проливать нас кровь? Или те, кто странно выглядит или свободен от всего этого? Кто улыбается и смеется, как ребенок? Ебать тут морали просто. Правдивое чувство. Как вы думаете? Я... Цветочку, Айми. Если они выглядят по-другому, их сердца не такие, как наши, значит, они не люди. Это правда. Люди жадные и завистливые. Так вы тогда согласны со мной? Нет, простите. Вы видите, я человек, и я готов пролить кровь, чтобы получить то, чего я желаю. Простите, если это шокирует вас и нарушает ваши планы, но я возьму корень великого дерева с собой. Просто передайте его мне, и не пытайтесь что-либо сделать, сестра.
Как насчет больше катсцен? Ты думал, что тебе удалось похитить каску? Но ты забыл обо мне? Тигри! Я спасу тебя! Этот старик! Я знал, что мы не должны были доверять ему! Я говорил тебе, я не игрушка. Ладно, нам пора убираться отсюда. Он как Кин. Если стража обнаружит меня здесь, убьют нас обоих. А? Из этого. Из Савиного дома. О, нет! Ой! Нет! Не трогайте ее! Убирайтесь! Прекратите! Нет! Иди! Нет, это что-то очень плохое. Ой-ой-ой. Есть курить. Это что, горгуля? Что за бахамут? Я чувствую ваше присутствие. Это вам больно, мечтать. Ну, думаю, я сегодня не уснул, да? Да, это должно быть где-то рядом. Интересно, нужно сделать что-то еще. Эта маленькая девочка будет моей. Что за фетиш на маленьких девочек? Это было так рядом? Что все это было? Что он здесь делает? У нас большие неприятности. Послушай, Каска, наша удача отвернулась от нас. Что это за шум? Пора убираться отсюда, иначе они найдут нас. Беги, голожопик, беги. Как же мы выберемся отсюда? Мне кажется, что недавно мы уже были именно здесь. Почему с японцем? Я про всех в целом. Вечно какое-нибудь произведение про демонов, и, блядь, обязательно нужно найти какую-нибудь маленькую девочку, которую нужно... убить, забрать ее кровь, блядь, еще какая хуйня. Блядь, что... Смотреть на эти эксперименты. О-о-о. Неприятности. Больше катсцен. Прям как Орден 1886. Так рядом. Или какая там цифра была? Да, 1886. Привет. А ты кто? Жена, дочь? Та девушка. Это жена Болзака, так ведь? И это, наверное, его дочь. Так похожа на свою мать. Но как у такого жуткого папаши может быть конь? Думаю, что в этом случае яблоко далеко упало от яблони. Или ей просто повезло. Они одинаковые? О, нет, они здесь. Что же нам делать? Смотри, ну, по крайней мере, ведут себя одинаково.
уходим! Давай! Давай! Воу! Вот это ты дал. Что это за комната? Что за черт? Какое ужасное место! Эй, держись! О, каска! Не трогай! У них даже зрачков нету. Что вы здесь делаете? Трогаем вещи. Оставьте этот дом. Он мой. Вы должны уходить отсюда. Быстрей! Вы должны спрятаться. Бегите! Это чего? Ага. Типа он всем сигнал подал, что его обижают, что ли, чё? Ну, я так понимаю, она тоже больна мандрагорой. Или чё-то типа того. Еще катсцена, давай. Я в смятении. Не рассказывай. Нам нужен корень мандрагоры, чтобы спасти каску, не так ли? Подземный туннель? Зачем вам нужен такой церковь? Ты будешь ждать здесь. Эй, я тоже пойду. Будет лучше, если мы разделимся. Иначе я случайно махну мечом и попаду тебе по голове, блядь. Так, подожди.